вот огашки нужны. Ворог знаходиться в, ну, відносно близько. Найближча його точка знаходиться за 700 метрів від моєї. Там розташована піхота, мешкає в трьох будинках, один біля одного. За на відстані кілометра, кілометри 100 знаходяться їхні позиції, спешка, на які вони ходять через поле. Ми за ними ведемо спостереження, ну і по можливості працюємо і відпрацьовуємо їхнє знищення. Ось, по всій лінії розположена їхня артилерія, міномети, важке озброєння, таке як танки, БМП, легкоброньована техніка. Тому все це тут присутнє у великій кількості. На даний момент працює ствольна артилерія. Іноді вони просто нахрапом беруть. Иногда, конечно, бывает, что по тактике начинают раскатывать артой. Ну, у них еще тактика советская. Сначала артой засыпать рано утром, что пока рассвет, пока теплаки такое не работают, подходит пехота, засыпает артой. И потом начинают уже щемиться. Ну, сейчас по-хитрому они делают, они подпускают ДРГшки. Такое, чтобы разведать все. А потом уже, ну, как я говорил, арта, техника. Надо дать им должное, что они сейчас с техникой пехоту не пускают. Начали, наверное, уже потерь у них много и уже ценят своих военных. Пехотная мина, запрещенная, насколько я знаю, всеми конвенциями, так называемый лепесток ПФМ. Человека не убьет, но покалечит нормально. Отрывает полностью или ступню, или по колено ногу. Засеяно тут поле было ими нормально. Сейчас где-нибудь пооставались, слава богу, посамоликвидировались. Оградами они засыпают. Кассеты открываются на высоте и засеяют поля. Тут засеяно очень-очень много. Ну, ходить теперь надо предельно аккуратно, потому что трава высокая, то тут она выгоревшая, от разрывов маленькая стала. По позициям теперь уже надо аккуратнее ходить. Если наступить, то можно остаться инвалидом на всю жизнь. Чуть-чуть.